Безопасность превыше всего, особенно на дороге. Совсем скоро самарцы смогут освежить свои знания правил дорожного движения прямо на заправках. С 10 октября в Самаре стартует всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». На 5 заправочных станциях города волонтеры будут предлагать автолюбителям ответить на вопросы о правилах дорожного движения и напоминать о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге. Очень актуальная тема. Хотелось бы отметить, что достаточно большое количество дорожно-транспортных происшествий совершается по причине несоответствия скорости конкретным условиям. Таких дорожно-транспортных происшествий совершено на территории Самарской области 178 ДТП. 163 ДТП – это неправильный выбор дистанции. География Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» охватит 40 субъектов Российской Федерации. Ее цель – популяризация безопасного движения на дорогах и соблюдение скоростного режима, чтобы снизить количество ДТП и тяжесть их последствий. Безопасность движения – это тема, о которой можно говорить постоянно и нужно говорить постоянно. Мы все автолюбители, дети, старики, взрослые, молодые, все сталкиваемся постоянно с транспортом в любом качестве. И тема безопасности, конечно, встает во главе угла. Акции своевременные, акции совершенно нужные и правильные. Каждый, кто примет участие в кампании, получит сувенир. Продлится она до 4 ноября. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.